Всем привет, друзья. Чуть-чуть повыбирал голубей. Езжу одним днем, кто помнит. Зимой. И ничего не успеваю. Там неудобно перед человеком меня просил. То ли поменяться, то ли еще что-то. Вообще не успеваю. Кстати, молодое голубя. Уже вылетело из гнезда. Так что никак не успеваю перебрать. Даже не знаю, что делать. В общем, это я сейчас матосенькие. Даже некогда по звездам толком позаглядывать. Что тут? Два яичка, давайте мы их просветим. Скоро будет вывод. И в этом тоже. Все нормально, яички развиваются. Так, кто здесь сидит? Жалунка. Надо купить еще пропойки, пропоить уже всех. А вы просто здесь сидите, влюбляетесь. Да. Ну сидите. Я думал, там уже на яйцах. Здесь ничего. И, а, вот там он сидит. Кто-то внизу сидит. На чем ты там сидишь? Она только одно яичко снесла. Ну, сейчас проверим. Только-только снесла. Ну, сиди, сделала гнездышко. Тогда сиди. Вот и все, у него маточники. У нас пару голубей пропало по непонятным причинам. Ну, такое бывает. Может, что-то сели не то. Может, еще что-то. А, еще и в вольере часть. О, захотят, зайдут. Сейчас покормлю этих. Как неудобно, ребят, одной рукой. Все, этим дал. Сейчас дадим маточники. Ой, вонной. Она уже и не совсем вонная. Вы услышали? Здесь он тоже сидит, две пары на гнездах. И смотрите, еще часть в вольере, ребят. Сейчас они у меня открыты, но на улицу не всегда выходят. То есть видно, ястребок подбивает. Надо закрывать, наверное. Эти молодые повылетали. Вот молодой голубенок. Соломинка прилипла. Слетела. Вон голодой, гладкоголовый. И еще. Где-то я еще видел. Ну, вот двое сюда. Сюда гладкоголовый. Да, наверное, я буду закрывать, ребят, что-то смотрю. Голубей поуменьшилось. Это мне не нравится. Тоже сегодня не убирал, просто сверху притрусил соломку. Я убираю раз, наверное, в 3 недели, раз в месяц. Потом приезжаю, просто так подсыпаю. И чистенько.
Надо, что? Так страшно. Смотрю, много гладкоголовых. Где делись мои чубатые? Что значит? Не слежу, ребят. В этом году вообще толком не следил за голубями. Немножко под... Да не то, чтобы подлил, просто не хватает времени. Кстати, вот павлинка. Самая моя первая голубка. Ей уже, наверное, лет 8-9. Это у меня. А сколько она еще там жила, неизвестно. Надеюсь, я займусь. Плотно найду все-таки время, чтобы плотно заняться голубями. Ну а так пока так. Пойдемте еще маточник. Тоже выпустить погулять. Ладно. Ой, все не успеваю. Надо приезжать и целый день их перебирать. Даже, ребят, колец своих именных не заказал. В общем, ничего не успеваю. Ладно, я тем дал, вода есть. И у этих вода есть. Есть вода. Вода. Мусорная. Водичку, конечно. Да, я сказал, сейчас жду. Это и куплю тримикозина, и пропою голубей. Фазана потом начал пропать. Это уже... Я думаю, вы видите в роликах. Так сказать, подготовились хоть немного к сезону. Так, ну так все, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.